Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Умалик. У нас с вами очередной урок. Мы продолжим с вами брать вторую часть. Иншалла, сегодня возьмем вторую часть первого урока. Надеюсь, те слова, которые были у вас в предыдущем уроке, вы усвоили, закрепили, сделали задание. Кто не сделал, вернитесь и сделайте. Итак, у нас опять с вами четыре новых слова и фразы, которые помогают нам усвоить, закрепить эти слова. Итак, первое слово – баккалюн. Баккалюн. Баккаль – это бакалейщик, то есть тот, кто работает или владеет, возможно, бакалейной лавкой, да, в которой торгуют овощами и зеленью. И предложение Ибрагиму баккалюн. Ибрагиму баккаль. Да, то есть Ибрагим – бакалейщик. Конечно же, здесь можно подставить любое другое имя, мужское, и будет у вас готовое предложение. Далее смотрим вторая строчка. Ниже у нас бинтун. Бинтун. Как и в первом слове, у нас первая буква в этом слове буква Б. Здесь было с фатхой Б, здесь касрой Би. Бинтун. Бинтун – это не бинт, это у нас девочка. Или может быть дочка. Дочь или девочка, смотря какой контекст. Смотрим предложение. Хазихиль бинту талибатун. Хазихиль бинту талиба. Итак, здесь у нас есть несколько новых слов. Во-первых, «гадиги». «Гадиги» — это указательное местоимение, которое используется для указания на женский род единственного числа. Да? Это может быть «это» или «это». Если как здесь приходит после нее слово с определенным артиклем, то это может быть переводится как «это», да? «Это девочка». Если вы заметили, я вам читаю как «гадиги», то есть протягиваю первую фатху, да? Хотя протяжения в виде «алиф» у нас здесь нету, да? То есть если бы мы читали, как здесь пишется, было бы «гадиги», «гадиги». Да, то есть «гадиги» одинаково. Ну, нет, мы говорим «гадиги». В мужском роде, или для того, чтобы указать на женский род, на мужской род, мы используем указательное местоимение «гада». Оно, иншалла, будет приходить далее. «Гада» — «это» или «этот», в зависимости от контекста тоже. Такая же здесь история, да, то же самое. Мы говорим «гэдэ», тянем. Почему? Потому что на самом деле там есть алиф, но так как в Коране написано на таком вот, в таком формате, да, как мы видим здесь, и алиф, она как сверху маленькая приходит, поэтому сохранилось такое написание, так как слова эти очень часто используются, сохранилось написание вот таким образом. Да, мы тянем, но мы не пишем эту алиф, потому что она там по сути есть, но такое вот специфическое устоявшееся написание. «Хадихиль бинту талибатун». Да, то есть это предложение тоже состоит у нас, по сути, из нескольких частей. «Хадиги» уже сказали, артикль «аль», «бинту», да, то есть получается «это девочка» определенная,
Талибетун. Талибе — это женский род от талиб, да, слово, которое уже у нас встречалось. Студент. При добавлении, как правило, мы можем сделать слова, которые означают профессия или род деятельности, да, как здесь, мужского рода, переделать женский путем добавления там арбута в конце. Ну и иншалла у нас это еще будет встречаться, и вы поймете, как это все работает. هذه البنت طالبة. Эта девочка студентка. Итак, переходим к следующему слову. Буннун. Буннун. Бун — это кофе. Да, кофе. Смотрим предложение, в котором есть это слово. Фильбакалати буннун васуккарун. Фильбакалати буннун васуккар. То есть бакаля, да, у нас был бакалейщик, а теперь бакаля — это вот эта бакалейная лавка, да, где торгуют зеленью и овощами. Фи у нас уже было, это в, да, то есть, по сути, здесь у нас еще артикль тоже есть, и фи. В этой лавке, да, в этом магазине, буннун, то есть кофе, уасуккарун, то есть сахар. Кофе и сахар, да, то есть есть кофе и сахар в этом магазине. Иншалла, переходим к следующему, четвертому слову. Это слово «идхэб». «Идхэб» — «иди». Да? То есть это, по сути, мы видим здесь «бэ» приходит с сукуном в конце. Причем не только при остановке, да, а вот такой глагол, который приходит с сукуном. Ну, там есть грамматические моменты, про которые, иншалла, дальше уже будет сказано впоследствии. Глагол у нас «дэхэбэ», да, то есть основа, глагол, из которого это повелительное наклонение глагола «дэхэбэ», у нас будет «идхэб», да, то есть сделан из этого глагола. У нас предложение «идхэб», да, «идхэб уэштэри минх», или «идхэб уэштэри минху». Идхэб, да, иди. То есть здесь глагол иштера — это покупать. Да, и тоже здесь повелительная форма. И купи у него. Да, мин. Разные значения, да, как правило, что-то такое в значении забирать, высовывать и так далее. Здесь как бы купи у него, ну, как я понимаю, имеется в виду у бакалейщика. Идхэб уэштэри минху. Итак, сейчас я вам прочитаю эти фразы и в конце дам домашнее задание, иншалла. Фразы вы повторяете и тренируете, прописываете, да, о чем было уже сказано ранее. Это будет очень влиять на эффективность вашей работы, да, хотя это может быть какая-то такая рутина. Можете сказать, ну, что я там все уже знаю, пару слов, несложно, возможно, кому-то, да, но если вы сейчас приучитесь закреплять не только просто глазами, да, а и устно, и письменно, то, иншалла, у вас не будет возникать в дальнейшем сложности. Итак, первая фраза Ибрагиму бакалюн. Ибрагим бакалейщик. Ибрагиму бакалюн. Ибрагиму бакаль. Вторая фраза. Хадихил бинту талибатун. Эта девочка студентка. Хадихи аль-бинту талибатун.
هذه البنت طالبة. Третья фраза. في البقالة بن وسكر. В бакалейной лавке кофе и сахар. في البقالة بن وسكر. في البقالة بن وسكر. И последняя фраза. Идхаб ваштари минху. Иди и купи у него. Идхаб ваштари минху. Идхаб ваштари минху. Итак, вы проговорили, прописали, я надеюсь, все эти фразы. Прослушали несколько раз, попытались повторить. И теперь у вас будет еще одно очень важное задание, которое нужно будет сделать и написать под этим видео в комментариях. Вам нужно будет эти предложения перевести на арабский язык. Желательно писать русский вариант и перевод, русский перевод, чтобы ваше задание было понятно. Первое предложение. Бакр – мой врач. Второе предложение. В моей сумке кофе и сахар. Третье предложение. Бакр – студент. И четвертое предложение. Я студентка, меня зовут Хадиджа. Баракаллаху фикум. Субханакаллахумма ва бихамдика. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илайк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.